А говорят, что ветка Мауса для страданий, но может быть и так, если ничего не делать. Возьмем, к примеру, Мойшу, тяжелый мастодонт 9 уровня. Объясните мне, что в нем не так. Ну, есть у него шишка на башне, но так не давайте ее выцелить. Наш герой постоянно катается по карте ромбом и впитывает кучу урона с непробитием, и это не начало боя, а можно сказать финал. Он нанес уже больше 3000 урона, остался один против четверых, так еще и сохранил фулл хп. Да, немецкая точность не подводит, осталось 3 врага. Он не дает себя окружить и отступает в угол. Молниеносная реакция забирает ПТ, а вражескому КПЗ показалось, что это его шанс на победу. Долгая и мучительная схватка в дуэли лишь немного поцарапала корпус нашего финалиста. Ну а вражеский 90-ник и вовсе не стал долго трепать нервы и своими не самыми тактическими решениями подарил победу нашему герою.